Узнаете? Это Калининград. Город и стадион, где игрались матчи чемпионата мира по футболу 2018. Мы с инспекцией посмотреть, как здесь дела полевые игроки. Олег Красильниченко, номер 30, 13-й. Не колхозный, а от кутюр. Очень модные, но тем не менее. Отличная фотосессия. Динамо идет вперед. Вот здесь есть возможность пробить сор. Удар, гол, но мне кажется, был офсайд. Нет, действительно, не было положения вне игры. Дальний удар, и Хомхоев спасает свою команду. Не сказали, Тигр. Отдача Дудиева. Ой-ой-ой. Ошибка Хомхоева. И все-таки свисток. Что по Динамо? Гол. Гол. 1-1. Подача от Кленова. Удар по воротам. И с ленточки динамовцы выносят этот мяч. Не повезло Балтике. Динамо идет вперед. Подача. Ой-ой-ой. Какая ошибка Бориска. Но дальше прямо в него попадает мяч. Еще один удар. Ой, как мягенько, здорово. Лазарев бросил мяч Валиахметову. И сам в итоге до него добрался. Пенальти. О-о-о-о-о! Хасбулат Хомхоев. Кучемала, удар и гол. Было положение вне игры. Вот это развязка. Хватается за голову Сергей Игнашевич. Довольство тоже есть. Нереализованные пенальти. Незасчитанный гол. И в итоге ничья.